Всем привет! Сегодня буду готовить самое нежное куриное филе. Это филе покорило просто меня. Это филе подойдет как и для просто очень вкусного и сытного обеда, так и для тех, кто худеет. Очень вкусно, когда вам уже просто надоела любая курица и в любом виде. Готовится невероятно просто. Замаринуйте слегка куриное филе в специях. Это может быть перчик, любые специи для курицы. Соль не добавляем покамесь. Допустим, у меня здесь 500 грамм курицы. Нагреваю в сотейнике такое же количество молока, то бишь 500 грамм. После того, как молоко уже доходит до кипения, добавляю сюда соль по вкусу и отправляю сюда куриное филе. Накрываю это все добро крышкой, жду, пока закипит, и кипячу его на маленьком огне где-то 2-3 минутки. Затем эту кастрюльку нужно будет снять с огня и замотать в какой-нибудь плед или теплое полотенце, то есть уже смотрите, что у вас есть в наличии. Желательно, конечно, чтобы у вас вот так вот полностью утонула курочка. Но у меня кастрюлька широкая, поэтому не совсем утонула, поэтому смотрите. После того, как у нас уже курочка остынет, ее, в принципе, можно будет доставать. Я замотала вот так вот просто в махровое полотенце в два слоя, и вот так вот она у меня стояла до остывания. И желательно, конечно, оставить ее на ночь еще настояться, но у меня вот до утра дожил только вот такой вот маленький крохотный кусочек, чтобы вам разрезать и показать. Курочка получается очень сочная внутри, очень нежная. Вот она у меня сейчас с холодильника, хранится она, кстати, в холодильнике в этом же молоке. То есть судочек перелила и залила молоком, и так и хранится. И получается невероятно нежная, очень-очень сочная. Я уверена, что вы влюбитесь в этот рецепт, однажды его попробовав. Не забывайте поставить палец вверх, а с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч, пока-пока!